Евгений Федорович, да, в чем причина нашего сегодня собрания здесь вечером в администрации? Какие у вас просьбы, требования, почему пришли родители? Значит, вопрос, здесь собрались родители 2003 года рождения. Вопрос в чем стоит? Это дети, многие по много лет занимались, даже есть дети, которые по 10 лет занимались. Многие живут рядом с хоккейной коробкой. В этом году Министерство области провело совещание, на котором принято решение, что будут соревнования областные и российские по этому возрасту как раз, где дети будут участвовать. Дети пришли в Прометей, их просто выгнали из клуба и не дают заниматься. Естественно, родители возмущены. Вопрос они уже написали, но они действуют параллельно, написали в различные инстанции, потому что это дикость взять детей, которые много лет, отстранить от спорта, от занятий, когда политика говорит, как можем больше детей и подростков привлекать, а здесь прямо противоположная картина. Их просто выгнали из клуба и не дают заниматься. Зови родителей назад. Не кричите, давайте выйдем. Нет. Охрана зовите, свою это. Выполняет работу. Зовите, Зовите, Шарон. Давайте поднимемся, разговор начнем. Процесс уже будем дальше разговаривать. Ну, я не знаю, как. Родители решают сами. Пойдем, нет, конечно, куда мы пойдем. Зачем мы туда пойдем? Вот вопрос стоит опять. Я вам объясняю еще раз. Вопрос стоит в детях. А не в какой-то, ни в чем. А подскажите, пожалуйста, почему Кувшинова не хотите запустить? Списки родителей, собрание с родителями. Татьяна Павловна, у нас здесь... Давайте решайте. Если не нужен нам Евгений Федорович, значит... Нас пригласили по льду. Так его же, Татьяна, по-моему, пропустили же на проходной, вы же разрешили. Давайте. Вопрос стоит в том, что когда Министерство спорта Саратовской области был принят календарь на этот год по группам, которые должны играть и участвовать в соревнованиях. Третий, четвертый год участвуют в соревнованиях как старшенькие, старшая группа 5-6, ну и дальше пошло. Если коротко сказать, третий, четвертый год может участвовать, ну и как бы обязан участвовать в соревнованиях по третьему, четвертому году. Есть календарь, который утвержден в министерстве. После того, как мы узнаем этот календарь, мы приходим в клуб «Ровесник» и просим как бы ребят, чтобы ребята играли. Четвертый год изначально был уже в клубе «Прометей». Третий год как бы не зафиксирован. Поначалу нам сказали, первый вопрос, почему третий год нету, нам сказали, нет финансирования. Не так чуть-чуть. Ну так было. Да, подождите, давайте мы одну выслушаем. На третий год нет финансирования на это соревнование. Ну, на то, что мы ответили, что нам деньги-то, по идее, не нужны. Форма у них своя и всегда была. А на соревнования, ну, один раз, два можно и доехать сами, там, заказать автобус. Это одно вопрос. Потом нам сказали, встретились с родителями, собрали родителей с детьми. Нам объявили, вот
приходить на тренировки, все. Задачи, как бы, как говорится, нам сказали, что они должны и что мы не должны делать. Ну, дисциплина, естественно, все это. Мы приходим на тренировки, как бы тренировки у нас отменяются, нас просто как бы отфутболивают. Там старшая была, потом нас к младшим хотели, к Василию Васильевичу, с младшими, там, с 8-м годом тренироваться. Вот. Возникла непонятная ситуация, мы опять же приходим в третий раз, и нам объявляют, что третьего года просто его не будет здесь. Этот вопрос возник по третьему году, я конкретно пришел к директору один и спросил, почему третий год отстранен от тренировок, почему его не допускают. Был ответ, нет календаря третьего года, третий год нигде не участвует. Я распечатаю положение «Золотой шайбы» и приношу на стол. Его внимательно изучили и сказали, да, будут дети играть. Собирает родительское собрание. Директор, приходим на собрание. Да, будут дети играть. Где играть? В Ледовом. Приходим в Ледовый. Она говорит, до свидания. Сказал, до свидания. Вот этот человек. На каком основании? Зачем? Почему? Как? Мы до сих пор не знаем. Сейчас в Ровеснике занято 1,5 ставки на дворовую секцию. Подожди. Меня там не пускали. Я сейчас 5 секунд. Меня там не пускали. Зачем я туда поехал? Чтобы здесь подождать. Я поехал. Подождите. В центре «Ровесник» на хоккейную команду «Прометей» выделены 1,5 ставки. Ставку у нас занимает Мишенькин Александр Васильевич, и по совместительству у нас на полставки Пашнин Василий Васильевич. Пашнин Василий Васильевич у нас занимается средней группой, это 7-8 год. Эта группа у нас появилась весной этого года. Раньше этой группы вообще не было в команде «Прометей», была только старшая группа. И старшей группой, 5-6 год и 4 год, потом занимается Александр Васильевич Мишенькин. Они не могут физически взять еще третий год. Первый вопрос, который возникает, от какой организации мы подаем заявку. Это первый вопрос. Ну и по поводу занятий, можно я задам вопрос? У вас принципиальное решение заниматься с Евгением Федоровичем? Нет, не принципиально. Зачем? Потому что как нас отстранили? Нас отстранил ровесник. И мы не получили ответа, почему нас отстранили на сегодняшний день. Мы пошли к Кувшинову. Кувшинов сам к нам пришел. Все понятно. Все. Значит, если я правильно понимаю, вы хотите, чтобы дети вашего возраста, третьего года, потренировались, потом выступили в каком-то турнире, так? Ну, вот именно вот на этом турнире, который будет областным соревнованием. Сначала областным, а потом туда уже. Значит, для того, чтобы вы выступили вот здесь вот, нужно, во-первых, чтобы вы были зарегистрированы от какой-то организации. Я считаю, это вопрос технический. Ну, это технический вот. Вопрос. И второе, чтобы у вас была возможность, я так понимаю, условие, что 17 человек вы набираете. Да, в любом случае. Набираете. Конечно. Вопрос состоит в том, чтобы вы соорганизовались, у вас было место, где тренироваться, и была возможность зарегистрироваться официальным путем и поучаствовать в этих соревнованиях, именно как команда Балакова, ну, в смысле города Балакова, под городом Балакова, в котором будет участвовать в этом турнире. Правильно? Потому что Коваленко это другой формат. Конечно, это мы туда и не идем. Уже выросли. Значит, отсюда вопрос в том, что вам нужно найти время для тренировок, организацию, значит, время. И где? Лёд. Сейчас, подождите. Сейчас время, место, тренер. И третий вопрос с организацией, в которую, условно говоря, пойдет заявка, что вы там нужно как-то работать. Правильно? Спасибо. Так, понятно. Значит, ты сидишь. Я так понимаю, исходя из организационной штатной структуры, Ровесник у нас занимается 07-08-1, 4-5-6, да. Правильно? И по факту... И физически больше мы не можем. Нет, я думаю, что само по себе совмещение 3-го года 7-8, это, в общем-то... Это неверно. Это условие. Вот. Значит, со всеми тренерами тоже нельзя. Со всеми тренерами нельзя. А открытые площадки вы не рассматриваете, как... Почему? 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 Почему?
Он же объяснил, что там нет времени. Почему там нет времени? Просто нет. Но это из-за вредности. Прометея, по расписанию, в какие дни, в какие часы, в общем, из всех этих сложностей я вижу самую большую сложность с тренером. Кто вас будет тренировать? Потому что, прямо скажу, мы и это не ирония, мы действительно с большим уважением относимся к тому вкладу, к той роли, которую в наш белорусский хоккей внес Евгений Федорович Кушинов. Все его регалии, все его заслуги, они хорошо известны. Но в прошлом году, когда была череда конфликтов, и когда, ну, я могу прямо это сказать, потому что я везде это говорил, в том числе и ему, и там, и на записи, на перезаписи, он своим нежным поведением сделал все, чтобы, даже невольно, он, может быть, действовал из лучших побуждений, но то, как он действовал, он сделал все, что все наши договоренности, которые мы пытались с саратовскими коллегами найти по вот, разрешению этой конфликта, они все были порушены, просто сброшены в пропасть Ростова. Вот. Потому что, ну, вы все прекрасно знаете его, и, прямо скажу, конструктивный диалог с ним невозможен. Раз, и, на мой взгляд, в нынешней ситуации ему работать с минимум. По разным причинам, прежде всего, даже по его причинам, потому что из своей невоздержанности он может очень серьезно пострадать сам как человек. Вот. Поэтому кандидатуру Евгения Федоровича мы не рассматриваем. Мы не рассматриваем. Это лучше будет и для вас, и для нас, и для нас. Ладно, вот. Выход какой? Выхода пока, ну вот вопрос по тренеру. Если мы с вами определимся с тренером, если вам все равно, ну, по большому счету, какая площадка, кристалл, не кристалл, или открытый, не открытый, то я думаю, время и место мы найдем, организацию, за которой мы вас там условно закрепим, это мы тоже найдем. Павел Борисович, ну давайте под итог встречи, какие договоренности мы достигли, какие решения пути? Значит, ну итога пока нет, как окончательно, есть промежуточный итог. Понятные проблемы, с которыми пришли родители юных хоккеистов, мы обозначим пути их решения. То есть три основные проблемы. Это время и место, где они могут заниматься, это тренер, который будет с ними заниматься, и это... условия, соблюдение условий, при которых они смогут выступить на соревнованиях с Латушей. Вот. Все три этих составляющие, все имеют пути решения. Не скажу, что они уж там легкие пути решения, но они есть. Сейчас каждый из сотрудников администрации получил соответствующие указания, что и как сделать. И я думаю, задача номер один – это добиться, чтобы пока ребята просто организационно катались, накатывались, как команда. Вот. То есть пока вот этот третий год, который пришел, мы сейчас найдем время и место им, и они будут кататься. Может быть, с тренером, может быть, на первом этапе без тренера, будут кататься. Пока они будут кататься, тренироваться, мы будем смотреть, каким образом решить остальные организационные вопросы. Вот. И все вот это вот получилось так, потому что люди пошли решать как свои проблемы с теми, кто их не должен решать. С тренером, с другим тренером. Тренер должен тренировать детей на льду, и на льду он заниматься должен спортивной подготовкой. Все остальные вопросы, организационные, технические и прочие, решаются или на уровне его непосредственного руководства, или, если они решаются, на уровне более высокого руководства. Поэтому люди просто вот пошли к тренеру, начали с ним решать вопросы, которые он и по сути не должен решать, да еще наговорили лишнего, получается. Поэтому в этом, как сказать, суть, даже и конфликтом я это не назову, но вот этой ситуации. Пути решения вам назвал. А? Почему же ситуация возникла изначально? Ну, как они оказались быстрее? Я еще раз, ну стоп, не надо говорить. Это у нас такие, эта ситуация у нас не первая, еще раз повторюсь, и не последняя, периодически. Все подобного рода ситуации возникают под недопониманием между людьми.